Два больших пива, да поживей. А? Как-то покультурнее нельзя? И тогда смотрю, а он раз и залпом выхлебал половину бочки. Геральт, сюда! А, беловолосый, уж ты-то должен знать толк в выпивке. Спасибо, в другой раз. Да не боись ты. Чу, пойдем, угощаю. Выебываешься? Разумеется. А ты бы не выпендривался? Обожаю играть со временем. И добавлять его в пряники. Я вижу, ты слушал. Действительно, я неравнодушен ко времени. Когда у тебя есть над ним власть, ты можешь делать много интересных вещей. Например, подбрасывать всякую гадость в суп людям, которые тебе не нравятся. Кто ты на самом деле? Гюнтер Удим, прозванный... Я не об этом спрашиваю. Видимо, ты желаешь знать, чем я занимаюсь? Я даю людям то, что они просят. Можно сказать, что я исполняю желания. И втравливаешь людей в неприятности. Это не я, а всего лишь их собственные желания во всей красе. Я честен. Я даю людям только то, чего они хотят. Если они желают вещей недостойных, так лишь потому, что такова их гнилая натура. Ты не человек, это ясно. Так кто ты такой? Демон, джин? Ты в самом деле хочешь знать? Да. Нет, Геральт, не хочешь. Лишь один раз я прощу тебя и не выполню твоего желания. Те, кто узнал мое истинное имя, либо уже мертвы, либо судьба их была гораздо хуже. А ты мне еще нужен. Ты правда можешь управлять временем? Или это какой-то фокус? А какая разница? Большая. Скажем так, время всегда меня очаровывало, поэтому я научился им пользоваться. А почему именно время? Геральт, есть три измерения: длина, ширина и высота. И четвертое — время. Ты на моем месте полюбил бы широту? Ну вот видишь... Чем обязан твоему присутствию? Я хотел тебя поблагодарить. Ты замечательно справился с заданиями Ольгерда. Твой долг почти выплачен. Я должен был выполнить три его желания и сделал это. Сними с меня этот знак. Мы в расчете. Почти. Чтобы выполнить все условия договора, осталось сделать одну вещь. Привести Ольгерда к старому святилищу Лильвани. Об этом речи не было. Разумеется, было. Ты ведь знаешь, что в любом договоре есть своя уловка. Приписка мелким шрифтом, которая, однако, является полноценной частью контракта. Это также касается устных договоренностей. Вспомни, я сказал, цитирую: «И все же я верю, что все кончится хорошо, а после мы все встретимся и поблагодарим друг друга за то, что пережили вместе». Конец цитаты. Ну, помню. Выполни свою часть уговора, и я сниму с тебя знак. А ты никогда больше не вмешаешься в мой разговор с собеседником. Что за черт? Почему у меня муха в супе? Я тебя ждал, но не заметил, как ты вошел. И откуда ты взялся?
Я ведьмак, а это делает меня нечеловечески быстрым. Это ты мне бросил муху в суп? Нет, послушай внимательно. Скажи своему атаману, чтобы он пришел в святилище Лильвани. Это на юг отсюда, вход в пещерах. Что там творится? Святилище Лильвани, ты понял? Понял. Погоди! Была тут медичка, твоя знакомая. Просила, чтобы ты к ней заглянул. Спасибо.